эти барды самодеятельные. Они поют не только свои песни, не только народные песни американские, но они поют с огромным удовольствием, они поют народные песни, просто вообще любые народные песни. И в частности, вот не так давно в зале Чайковского я услышал от Сигера вот песню, которая была написана у нас в стране и которую я никогда в жизни не слышал. Эта песня, значит, народная еврейская песня. Написана она, значит, в еврейском колхозе Джанкой. Вот. В 26-м году. Я вам сейчас ее покажу, если хотите. Я ее буду петь на еврейском языке. Но там, наверное, будет немножко понятно, потому что там такие есть интернациональные слова, например, как трактор. Вот. Вот если ехать на Севастополь и чуть-чуть не доезжая Симферополя, вот как раз вот в этом самом месте и будет городок Джанкой, где мы все живем. И ты, пожалуйста, не верь, и вообще не верь тому, кто скажет, что евреи могут есть только жирный суп и кашу. Вот ты видишь, мы же здесь живем, и вот мы с Абрашей, например, работаем на тракторе. А вот Беля, например, работает на молотилке, а Леля работает на косилке. Вот. Спасибо.